Буэнос диас, братва. Ядерный рассвет вновь озаряет ваши экраны, и это все-таки точно финальная серия Экс-Махина. Поэтому садимся поудобнее, берем ништячки и продолжаем воевать с подрагивающей мышью. Поехали. Итак, смотрите. В прошлой серии мы сделали заходов, наверное, 20 на Оракула. Но проблема вся в том, что у нас крайне медленные орудия. Давайте для чистоты эксперименту попробуем зарядить 3 захода, а потом, если что, пойдем искать более быстрое вооружение. Сука, он очень быстро перемещается. Не попал. Блять, еще плюха. Молоко. Сука. Так, отстрелил крыло. Ну. Блять, чуть-чуть. Так, 1100 конструкции. Выживу, не выживу. Блять! Приходится использовать лазер в полнейшем зажиме. Сучара, пушки не начал гасить. Блин, низко. Блин, опять низковато. Да что такое? Нажми я секунды раньше. Блин, опять ушел. Да что такое-то, а? Ёбаная Обама, блядь. Ну кто бы сомневался. Короче, ладно. Даже не буду делать второй-третий заход. Так, карта. Надо как-то объехать место кат-сцены, чтобы скрипт не сработал. А нам надо перевооружиться. Как там вода? Как-то же я сюда заехал. Примерно тем же путем буду возвращаться. Короче, у меня идея. Вместо энергетического вооружения нацепить пушечное. Тебе нет, зря я все-таки спрыгнул. Но давайте, наверное, съездим до Вахата. Там помесимся и подберем таки себе нормальное, сука, оружие. Ну, попутно все равно заедем где-нибудь. Еще прикупим чего-нибудь. У меня вообще мысля какая. Тупо поставить пушечное вооружение. Либо пулеметное. Значит, едем в первую очередь в Сель. Главный калибр у нас один. Циклоп.
Денег у меня просто куры не клевали. Поэтому мне как-то насрать на их наличие. Ну, вернее, как. У меня их тупо вагон, поэтому мне вообще до задницы. Так, мне нужны пуки. Так, рапира с лазером. Забираем сразу вот эти две штуки. Нужно что-то по артиллерии. Так, две рапиры нашли. В принципе, если так уже вдумываться, то вместо циклопа подойдет омега или свинина. Тем более бабло на эксперименты у меня есть, у меня почти 3 миллиона. Можно, конечно, замутить миротворца. Но денег уйдет слишком много, я бы даже сказал непростительно. Да и с энергетическим оружием у меня ебаться он нет ну никакого желания. Ну просто никакого. Хорошим вооружением можно разжиться, наверное, только в Вахате. Ну, это я имею в виду, если пойти по пути фарма этого самого вооружения. Закупиться где-нибудь крутыми стволами можно и так. Мне нужно в первую очередь уменьшить скорость перезарядки моей артиллерии. Тут мы уже собираем в чистую артиллерийский сетап. Так, рейнметалл. Скорострельность 180. Количество зарядов в обойме 50. Выстрела в минуту, либо 180 выстрелов в минуту. Так. Это все по энергетике. Повреждение 30. Ну да, макс 180. 4800 ДПМа. Дальность поражения огромная. Чего мне и надо. Так, две рапиры я в принципе намутил. Теперь надо намутить. Так, ну рейнметалл в принципе можно поставить как курсовую. На нее в принципе можно хуйца забить. Так. Теперь наша задача отыскать циклоп и систему, повышающую скорость нашей перезарядки. Так, ну что, теперь путь в Аржан. Потому что других вариантов я тупо не вижу. Блять, я не туда походу поехал.
то, что надо. Так, теперь надо тестировать рапиру. Снаряд влетает практически мгновенно. То, чего я всегда и хотел. Не, ну пока, в принципе, поставим Одина на место. Да, лазерный заряд летит не мгновенно. Это уже плохо. Можно было бы, конечно, поставить 3 Одина вместо 2 слонов и Одина. Но все равно не то пальтище. Особенно учитывая, что главный калибр получается бесполезен. Из-за вот этого вот, блядь. Я бы мог, конечно, сказать, что мне под хуй. Но мне ни грамма не под хуй. Вот тут вот вся и беда. Дрык. Так, теперь надо заехать в Морецию. Охуенно так срезаем. Чего, блядь? Какой хуй у меня вахат грузится? Чё? Че я тут забыл-то, блядь? И где я нахожусь? Фука. А, вон он я. Твою ж мать. Не, хуйня. Так, ладно, грузимся снова в Либриуме. Блядский рот. Какие-то глюки. Что, черт подери, происходит? Так, ладно. Сходу F2. На всякий. Так. Нет.
Мне нужно нарастить домашку, артиллерии и скорость ее перезарядки. Есть у нас что-нибудь такое? Скорострельность, нет, не то. Короче говоря, скорость перезарядки и дамаг. Тупо. Либо поставить себе 3 рейнметалла и тупо вкачать их в дамаг все. На всякий случай не буду пропускать катсцену. Сука. Сейчас посмотрю в настройках. Видимо, зря я заезжал в Марицию. Понятно, блядь. Че? Да ну нахер. Загрузимся на въезде в луку, ладно. Но что такое? Да, вообще пиздос. Не отпускает трава. Теперь еще и эскейп прожать не могу, вообще радужно. Сейчас. И есть, похоже, перезапуск игры помог. Отпустило ее таки чудо-травище. О! А вот и свинина. Так, это огнестрелы, это миномет.
Правильно, что у свинины ограничен боезапас. Циклоп. Так, в принципе, все пухи найдены. Осталось только найти сетап для... того, чтобы этим пухом навесить дамаги. Ой. Давайте-ка, наверное, сразу поставим все это добро. Рейнметал курсовая. Рапира раз. Рапира два. Теперь у меня полностью арт. Нет, дайте-ка я кое-что сделаю. Я повешу, чтобы не спамить пробел и не, тем более не ломать палец об колесо. Я сделал так. Стоп. Не, не так немного. Во. На всякий случай сохранюсь. Ой, а я забыл. Так. Нихуя не пойму, куда мне ехать, ну ладно. Сейчас должен мимо Тосканы ехать, все верно. Вот в Вахате это мы, я думаю, разживемся тем, что я ищу. А ищу я хуй балдовины, которые позволят мне увеличить дамаг артиллерии. Потому что сетап у меня теперь... чисто артиллерийский.
Бум обследовать, пока не найдем, я так понимаю. Я еще не туда поехал. Ну что ж. Скорострельность дамага. Оно. Металл сюда не вписывается, по-моему. Чуть не то. А впрочем, все в пиздищу. Поехали нахуй назад. Че, курс на Фатерлянд? Курс на Фатерлянд. Блять, мышь дергается, как нервно парализованная. Да ну нахуй. Ну, сука. Хотя с другой стороны. Ой. Ой, как красиво. И громко. Весело и громко. Ну чё, ходу.
Так, нахуй. Потом придется пересечь весь край и оказаться снова в Футерлянде. Но уже с новым обвесом, а? Просто по КД юзаем баночки. Да что такое? О, наконец-то еды меня стали дать. Блять, я не ушел из этого замеса живым, сука. Чё? Привет. Чё по пухам? Все на месте. В принципе, ебалось оно все уши. Во, хоть ловить клинически нехуй. У меня столько приключений на сраку. Можно ехать отстреливать оракулу шарики, ролики, крылышки и все такое. Я просто похлопаю.
Ну вот, еще. Сука. Так, еще один перезапуск. Так, кажись, заработало. Теперича. Что мы делаем? А теперича мы в тупую. Даем по тапкам. Из этой локи. И почитав некоторые гайды, пока творил херню, я обнаружил, почему все стали нейтральными. Это все потому, что я воспользовался в Аржане портом. Это, скажем так, недокументированная фича. Поэтому, если вы вдруг на поздних этапах игры резко запороли со всеми отношения... Ну что ж, добро пожаловать в Аржан. Вернее, потом в его порт и в Вахат. Что характерно, обратно придется ехать на своих четырех, как говорит игра. Потому что, опять же, поведение это не особо документировано. Никто не думал, что игроки используют игру вдоль и поперек. Поэтому сделано было так, что... Обратной дороги нет, придется пиздовать через край. Хотя, в принципе, из Аржана попасть в Фатерлянд, что так, придется пересечь Вахат и край, что так. Проскочить в Либриум, а оттуда уже в Фатерлянд. Ну, блять, более геморройный вариант на самом деле. Так, теперь топим в Фатерлянд. И едем ебать это животное. О, появилась метка. Сейф. Удок. Ох, отпустил. Ох, ебать, какие тут пуки. Так, что у нас есть? Пулемета лазера, электроспуск, оптический прицел, не хуйня. Твою-то мать. Так, а дальше-то куда? Туда. Fucking же ты animals. Правильно, я хоть еду. Нихуя. Так, перчим дальше.
Ой. На всякий случай. Сейф. Я уже ничему не доверяю. Прикольно. Может почти непрерывный поток взрывов обеспечить. Мне это нравится. Видимо, и кабель глюканул, а я-то думал, что все, опять перезагрузка. Снова сохраняемся, но уже с арт-сетапом. Проблема в том, что нитры мне нафармить решительно негде, поэтому придется обходиться 8 баллонами. Так, эту сцену мы видели в прошлой серии. Ну ты и падла, конечно. Не, меня сейчас шатает. Чуть из-за того, что мне не достает, сука, точности. Так. А, у меня просто сенсор пыльный. Сейчас, конечно, попробую почистить. Так, вроде бы мышку перестала канаебить. Да, красота и четкость.
плохо. Да сука, как он так всегда попадает-то, а? Так сейчас у него вообще дамага не уменьшается. Ага, сука. Жопный огонь. Хватило, но с артиллерийским сетапом угасить легче, на самом деле. Вот, ёбаный пот.
кажется, ракетин стоит стрелять, а, псина? Ну, красота, ебать! Блять, у меня уже половина ХП. Хотя он выходит, в принципе. Да ёбаный ж ты нахуй! Сука. Хоть как-то уже. Так, мы можем сосредоточить огонь на втором крыле. Сейчас заметим, насколько упала сложность. Последний удар и... Есть контакт. Модуль Оракула и был разрушен, сам компьютер остался цел. Его металлические слуги вернулись в джунгли и совершают иногда неожиданные набеги на экспедиции Нье. Успешная установка блокиратора вызвало заметные изменения в жизни людей. База пришельцев переместилась в Заармак, где они, наконец, смогли спокойно исследовать излучение и его действие на людей. Первые эксперименты оказались довольно успешными. Некоторым людям удалось снять маски и выжить. Правда, лишь в стенах лаборатории Ньери. Впервые за много лет у людей появилась надежда на восстановление прежнего мира. Но самые прозорливые начали понимать, что падение тарелки не было случайным, и планы новых союзников могут сильно расходиться с чаяниями людей. Фух. Вот как-то так. В принципе, к этому больше добавить нечего, вы все видели сами. Был у нас и лютый пот, и расслабон, и куча разных приколов, и баги, и месиво. Все. На этом четвертый сезон можно считать законченным. А Экс Махина я могу смело рекомендовать к
к прохождению. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. И до встречи в 5-м сезоне. Амнезия. The Dark Descent. Скоро. Давайте. Да. Как говорится, сцена после титров. Ну, что я могу сказать? В принципе, я здраво так поностальгировал. Но, блин, все равно не покидало ощущение какое-то, что тут не то. Одно дело, когда тебе 13 лет, ты только что получил этот диск, неважно откуда, неважно от кого, и сидишь прям, тебя аж трясет от нового, чего-то неизведанного. И сейчас, когда ты сидишь перед огромным монитором с мощной машиной, тебе 23, ты понимаешь, что вот есть какая-то светлая грусть, но, блять, это все равно не то. Вот именно из-за этого я одновременно люблю и ненавижу старые игры. Люблю именно вот за это чувство ностальгии. А вот терпеть не могу именно из-за того, что, ну, все равно кажется, что хоть и раньше и было лучше, но все равно уже не то. Я не понимаю, как это контрить, поэтому нет-нет, да и ужалит меня червячок. Слушай, Саныч, а может все-таки пройдем что-нибудь олдовое, а? Короче говоря, хватит лишней лирики. Давайте до скорого. В 5-м сезоне у нас будет концентрированный высер кирпичей. Амнезия. The Dark Descent. До встречи. Давайте, парни.